Всем привет! Меня зовут Елена. Мой канал по вязанию. Сегодня я начинаю снимать первую часть вязания летней маечки. Я ее вяжу из вот таких ниточек. Это ниточки Мадам Макраме, производитель Турция. В моточке 100 грамм. На маечку уйдет 2 моточка. Длина ниточки 565 метров. Вяжу крючком 1,5. Маечку вяжу на размер 48. Я связала почти спинку и довязываю вперед маечки. Довяжу еще столько и буду вывязывать вырез для рукавчика. Такая красивенькая будет у меня маечка нарядная на лето. Вяжу красивым узором. Узор состоит из 6 рядов. Вяжется такой узор легко. И такой узорчик свяжет начинающая рукодельница. Смотрите, в ширину маечка будет 47 сантиметров. Так, спинку я провязала 37 сантиметров. И вперед 30. Еще буду довязывать. Если вам нравится такой узор и вы хотите связать такую же маечку, кофточку, как у меня, я вам покажу, как вязать этот узор. Сохраняйте этот узор у себя в копилочке. Таким узорчиком можно связать и кофточку, и жилетку, и платье. Очень красивый, нежный. И сейчас я покажу для желающих, как вязать такой узор. На кофточку я набирала воздушные петли, побольше набирайте, будете примерять к своим изделиям. Я провязала 70 столбиков с накидом на свой размер. Если у вас побольше размер, вяжите больше воздушных петель и больше столбиков с накидом. Примеряйте к своим футболочкам, кофточкам, чтобы она не была маленькая, не была очень велика маечка. Если вы будете вязать из более толстой нитки, то набирайте меньшее количество воздушных петель. Образец я буду вязать из этих же ниточек. Для образца я свяжу 20 воздушных петель. Так вот затяну немножко и вяжу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я провязала 15 воздушных петель, вяжу 16, 17, 18, 19, 20. Первый ряд. В начале ряда вяжу 3 воздушные петли подъема, накид и провязываю от начала воздушных петель в четвертую петлю. Вяжу столбик с накидом. Первый.
второй. Третий. И так вяжу до конца ряда. Так, вот каждую петлю вяжу столбик с накидом. Я довязываю до конца ряда столбики с накидом. Провяжу еще два столбика. Разворачиваю вязание, вяжу второй ряд. 4 воздушные петли подъема. И через петлю вяжу столбик с накидом. Воздушная петля, пропускаю одну петлю и вяжу столбик с накидом. Все столбики я вяжу с накидом. Воздушная петля, столбик с накидом. Получаются квадратики. Воздушная петля. Столбик. Итак, я вяжу до конца ряда. Я довязываю до конца ряда. Вяжу столбик с накидом. Разворачиваю вязание. Вяжу 3 воздушные петли подъема. Столбик с накидом между столбиками. Дальше вяжу над столбиком столбик. Теперь между столбиками над столбиком. И так вяжу до конца ряда. Узор быстро вяжется. Красивенький. Вяжем до конца ряда. Я довязываю до конца ряда. Вяжу над столбиком столбик, провязываю между столбиками и в конце столбик. Следующий ряд. Вяжу 3 воздушные петли подъема, накид, и в эту же петлю вяжу 2 столбика. Первый и второй. Вяжу воздушную петлю. И в четвертую петлю 1, 2, 3, 4 вяжу столбик с накидом, 2 воздушные петли и сюда же столбик с накидом. Вот такой треугольник получился. Дальше вяжу воздушную петлю, 1, 2, 3, в четвертую петлю вяжу 5 столбиков с накидом, провязываю второй, третий, четвертый, пятый, воздушная петля и в четвертую петлю столбик с накидом, 2 воздушные и сюда же столбик. Воздушная петля. Я заканчиваю раппорт узора. Четвертую петлю вяжу
3 столбика. Если бы я вязала дальше, у меня было больше там количество петель, то я бы вязала 5 столбиков с накидом, потом такой треугольничек бы вывязывала. Так, разворачиваю вязание, вяжу 1, 2, 3 и над столбиком следующим вяжу столбик 1 и 2. Над треугольничком я также буду вывязывать такой треугольничек. Для этого я провязываю столбик с накидом, 2 воздушные петли, сюда же столбик с накидом. Дальше вяжу над каждым столбиком, вяжу столбик 1, 2, 3. Четвертый, вот не туда я провязала, вот сюда 4 и 5. Дальше вяжу столбик с накидом, 2 воздушные петли, столбик с накидом. И 3 столбика. 1, 2, 3. Разворачиваю вязание, вяжу 4 воздушные петли подъема, накид, и сюда же провязываю столбик с накидом. Дальше над треугольничком буду вязать также треугольничек. Для этого вяжу столбик с накидом, 2 воздушные петли и столбик с накидом. Теперь вот посерединке, третью петлю, я вяжу столбик с накидом, 2 воздушные петли и сюда же столбик с накидом. Также получается треугольничек. И над треугольником вяжу треугольник. Столбик с накидом, 2 воздушные петли и сюда же столбик с накидом. И в конце ряда над третьим столбиком вяжу столбик, воздушная петля, сюда же столбик с накидом. Со следующего ряда узор повторяется. Так вы будете вязать вперед и спинку. Я также буду довязывать вперед еще несколько рядов. И в следующем видео мы с вами встретимся, и я буду показывать, как я буду делать вырезы под руками. Будем вязать маечку дальше. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ставьте лайк этому видео, пишите комментарии. Всем пока, до новых встреч!